Незнание правил этикета показал Петр Порошенко в Берлине, а может, разволновался. Украинский лидер забыл пожать руку Ангеле Меркель. Казус произошел после вступительной речи, когда по протоколу пришло время совместного фото. Thank you very much indeed, and thank you, Madam Chancellor, for your support. Thank you, sir. Канцлеру ФРГ пришлось напомнить Петру Порошенко о правилах приличия и вернуть его для совместного фото. Сама встреча продолжалась меньше 2 часов, после чего украинский президент уехал. Известно, что главной темой переговоров Порошенко и Меркель стали Минские соглашения, а также дальнейшие коммуникации с Россией и будущее нормандского формата. Стороны договорились провести еще одну встречу четверки, она может пройти в Париже уже на следующей неделе. Президент Украины долго благодарил Меркель за то, что та уделила ему внимание, и похвалил Минские договоренности, отметил, что они и логичны, и учитывают все интересы. При этом сам ни слова не сказал о многократных случаях нарушений этих соглашений Киевом, но впредь пообещал их выполнять. Президент Украины снова обязался выполнить Минские соглашения. Они основа разрешения кризиса, и мы хотим поддержать Украину на этом пути. Почти год прошел с момента заключения соглашений, и, к сожалению, мы до сих пор не видим, что устойчиво работает режим прекращения огня. Вместе с тем, боевых действий стало меньше, это хорошо. Но реальные политические договоренности до сих пор не достигнуты.